Ребята, всем привет, с вами Александр, и пришло время мне попрощаться с моим единственным деплотатором. Надо будет опять их выводить, короче. Да, нужно создать уже, конечно, и себе диплотазуха, хотя бы одного для начала. Ну и давайте приступим к этому. 1500 генов уникальных это все дело требовало для создания первого гибрида. Дальше, я так понимаю, он будет дешевле, типа, что-то 800, наверное, стоить. Да, ну давайте сейчас хотя бы одного себе создадим и потом пойдем сражаться. Кстати, там у нас есть интересный такой турнир, впервые новинка у нас появилась. Может, мы туда и влезем, хотя, мне кажется, слабоват будет наш этот парнишка. Да, я, в принципе, еще аж не видел, как создается этот гибрид и как он даже кушает. Мы еще с вами не смотрели, потому что... Там все было уже создано. Не понял. А почему ты сюда не поместился? Я тут вроде как специально. Ах ты ж, ё-моё. У, прикольно. Никогда не заходил сюда, то есть не прерывал вот этот процесс. Можно бесконечно смотреть на вот эту картинку. О, теперь поместился. Отлично. Так, до свидания. Так, это был что, тиранозавр? Или кто-то мне пытался убежать? Итак, вот так вот выглядит наш, ну, немножко невзрачно, да, когда шипов маловато. Диплотазух, ну, давайте его качнем. Так, смотрите, он рыбу ест. Ну что, я говорил же, что у него какие-то зубы тонкие, острые. Как будто бы он рыбоядный. Как будто бы он рыбоядный. Так, 1700 на 700. То есть он и так, в принципе, получился сильнейшим среди амфибий. Вот такой вот саркозух у нас, да, по 200 очков выступает. И там, и там. Но у него челюха потолще. Потолще. Да кто там непосидючие, какие динозавры. Это карнораптор у нас пытался сбежать. Так, ну вот этот парнишка. Вот у него челюха такая вот тонкая. Приназух. Да вот он даже как-то челюха больше похож мне на нашего нового. Ну тут, конечно, чуть потолще, но совсем не так, как у крокодильчиков. Так. И что у нас сегодня за турнир? Это столкновение гибридов, то бишь гибридизация, да, такая. Нужно брать троих гибридов. И вот это интересно вообще, хватит ли у меня гибридов. Блин, ну так, в этом бое у меня этих ребят много, травоядных. Так, ну гриппозуха мы тут брать не будем. Кого будем брать? Так. Травоядный, горгозух и хищник. Давайте пойдем. Вот такой вот троицей. Полюбуемся. 666 сила удара. 21 уровня сегацератов с бонусом. Да, атакуем. Ну, в принципе, ладно, пусть он скушает нашего стегоцератопса, так будет даже проще. Но, в общем-то, он не захотел этого сделать, тогда ладно. Выпускаем нашего зверя. Да, как бы мечты не сбылись, да? Горгозух у нас, по-моему, остался, да, самым крепким? Я уже и, блин, забыл. Раз, два... Блин, три, ладно, наверняка, да. Ай, ё-моё, не пробил же, он уже цельненький, чё-то я не доглядел. Ну,
Ну ладно, и так, в принципе, сойдет. Балла мы потратили немного. Так. Раз, два, три, четыре. У этого пробили за один раз. Отлично. В принципе, будет еще и индоминус пожевать. Так, ну здесь 5 боев. Мне просто не хотелось бы, чтобы на последних боях требовалось использовать самых сильных гибридов. Потому что у меня турниров, ребята, еще вот на сегодня, по-моему, 3 или 4 турнира, где требуются самые сильные существа. Представляете себе? То есть я, что глаза разбегаются, какой турнир выполнить, а какой нет. Потому что, естественно, у меня не хватит существ сильных, чтобы пройти там несколько турниров. Так что мне бы вот здесь не хотелось увидеть троих индоминусов, например, в последнем, или троих пахигалозавров в последней битве. Это будет обидно. А это что такое? Не понял. Ага. Ага. То есть вот так. То есть я выбираю и сейчас под меня подстроится. Под меня будет подстраиваться, да? Да, вот так сделаем, чтобы было проще. И у противника сейчас первый ход. Ну, мы посидим, посидим. Знаем мы эти бои, надеюсь, ну, в принципе, не хотелось бы так сражаться дальше. И твой ход. Сидит в защите, ладно. Здесь какой-то микс. 5 атакует на 3. Не очень, конечно, хорошо. Раз, два. 3. Блин, а 4 раз 2. Очень неудачно. Надо было их в обратном порядке ставить, да? Хотя нет, тут 123 посильнее удар. Ах, а почему я в защиту не поставил ничего? Бо нет. Блин, я что-то думал, что у меня еще один динозавр остается. Как-то странно. Из двух одного убили, я думал, что у меня еще останется один. Ладно. Беру здесь самых слабых, потому что как бы... А какой смысл брать кого-то посильнее? Ну, по крайней мере, здесь мы можем бесконечно сражаться. Так, слабого уровня гибридов у меня много. То надо первого брать слабого очень, а второго намного сильнее. Тогда было бы проще. Давай, лабиринтозавр, давай. Давайте так, попробуем. 5, 5, 5, 5, 5, атакуй на все 5. Молодец. Вот теперь все у нас легко получится. 107. Ну и все. Больше нам защищаться, в принципе, нечего. Ну давай. Молодчинка, решил проатаковать. Так, ну это наш только второй бой. Что нас ждет в следующих боях? Вот это не загадка.
Ух, так. А чё, дальше у нас, ну, опять вот такая же ерундень. Давайте вот так попробуем. Ну, давай. Это, короче, лайфхак, ребята. Первого берете слабого, а следующего посильнее. А, смотрите, какой хитрый гаденыш. Ну, это еще лучше для меня. В принципе. У него-то следующий будет слабый, а я его убью сейчас более сильного, а принесу в жертву своего более слабого. Хотя он еще и не проатаковал. О, вот это... Это будет сейчас изи-катка, наверное. На 3 из 4. Интересно, какая у него была логика подмениться. Любой ценой спасти кого-то. Вот я пробил его самого сильного сейчас. У меня осталось 2 сильных, а у него один слабый и один сильный. Раз, два. Я его пробил еще два. И смотрите, он остался самым слабым. А я остаюсь еще с двумя самыми сильными. Какую-то фигню нагородил наш противник. То есть мне даже не понадобится последний. Ну вот. Так. О! Вот теперь у нас есть противник. Ну чё, тут надо брать 3 хищника, да и все. Погнали. Смотрите, какой микроскопический спинозаврик. Но агрессивный гаденыш. Смотрите, какие прикольные бугорки. Такие гребешок, да, у Раджастеги сзади. Два из трех. Раз, два, три, четыре. Блин, ну много пришлось ударить. Но у меня преимущество, как вы понимаете. А, не пробил. Не пробил. Это, конечно, для него печалька. Давай, Унайринг. Это у нас, кстати, тоже, да, второй динозавр, который вроде как травоядный, но вроде как хищник, судя по его пасти. Ну, в смысле, мана Стегатопса у нас тоже вроде трицератопса, а вроде бы хищник. Блин, третий раз код 19 тут уже выскакивает. Подряд. Так. Что у нас тут за награда? Давайте. Какой-то гибрид, то есть что, простые гибриды. Простые гибриды и гены, блин. Ну, я думал здесь... Ну, тогда у нас не должно быть суперсильных противников, да? Ну, так себе.
Ну чё, так давайте я вот амфибию. Во, вот здесь можно будет взять нашу новую амфибию. Ну, в смысле, гриппозуха, да? Пусть будет крутик. Мы редко им сражаемся, но он такой прикольный. Давайте, на тебе на два. Он нас просто за два не завалит. А вот ему будет хана. Вот так вот он, короче, подставился. Так, ну индоминуса съедим нашим новым динозавриком. Я его вообще гриппозухом назвал. Да, это же не то. Так, на все три он проатаковал. Ну, в принципе, хорошо. Ой, так я его вообще поизичу пробью сейчас. На раз-два. Да, прикольно. Так, ну и время крутозавра. Чуть ли не за один удар мы его пробиваем. Раз, два, три, четыре, пять. Пять пальчиков на лапах у крутозавра. Так, ну и давайте, ради чего мы все это делали. What the fuck? Все? Мне не выпал даже ни один гибрид? Я думал, там хоть гарантия есть на хоть на кого-то, блин. А теперь смотрите, какие у меня есть турниры, ребята. За бабло. Пахи-голозавры сражаться. Потом открыть ксифактина. Здесь самая жесть, наверное, да, по 6000. Сюда лучше не лезть. Кстати, а здесь у нас кто? Так быстро закрыл. А, ну да, пахики. Ну, с пахиками мы можем легко разобраться. В принципе, там амфибий можно порешать. И вот третий турнир. Это вот такой вот. Ну, здесь чуточку попроще динозавры. Так что вот как-то будем бодаться в следующих сериях. Так что до скорых встреч, ребята.